Я думаю, что графа против всех нужна всегда. Но если мне все не нравятся, что я должен сделать? Что я должен сделать? Уничтожить бюллетень тоже неправильно. Значит, я должен голосовать. Мне не нравится никто. Мое право. Я же голосую. Мне предлагают там 5, 7, 10. Но мне не нравится никто. Мое право. Я не хочу. Поэтому я говорю, вы все никуда не годитесь. Мое мнение. Я подписываюсь под этим. Пусть безымянно, но я подписываюсь. Поэтому это все-таки ближе к демократии, чем каким-то ужесточением, понимаете, автократии какой-то. Не надо мне ничего навязывать. Я, так сказать, хочу свое мнение выскажу так. А мне никто не нравится. Мне и вот на этих выборах, вот, мне нравился Навальный, нет. Мне и Собянин не сильно нравится.